Еще более ужасное ДТП произошло сегодня в Цивильском районе. Около 7 часов утра на трассе М7 возле деревни Табанара 32-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил пожилую женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте. Это установили сотрудники ГИБДД Чувашии. Сразу после наезда водитель вышел из автомобиля, оттащил тело во овраг и засыпал снегом, а затем скрылся с места преступления. Об этом ближайшей патрульной службе сообщил очевидец, следовавший из Цивильска в Чебоксары. Спецбатальон ДПС оперативного реагирования МВД уже задержал водителя.